Так, вот линия для соблюдения дистанции. Она идет до улицы, кажется, Лазу. Ну, давайте посмотрим, как соблюдается дистанция. Вот видите, это линия. Но по последним нашим новостям должны все идти в маске. Но я никого не вижу, только вот когда вот на рынок входят, то одевают маску, видите? А так, в принципе, она никому не нужна, эта маска. Ну вот, два человека идет. Вот такая очередь для прохождения в рынок. Я не знаю, докуда она идет, это вроде там около Серифа тоже есть эта линия. Ну, соблюдение дистанции, но она все-таки она будет идти до, да, до светофора и все. И вроде ее дальше нет. Да, еще вот здесь тоже есть, она идет туда в сторону. Давайте пройдемся и посмотрим, как она идет. Так, быстреньким шагом. Все-таки похолодало у нас. Это очень хорошо. Замечательно, я хоть могу дышать. Но ничего не бывает вечно. Через несколько дней будет опять же то же самое, буквально пекло. Ну вот, дистанция идет и идет себе. Куда далеко она идет. Ну все, дальше не буду идти. Всем спасибо, пока.